Так, продолжаем брейк. Сейчас у нас коробочка Flair Showcase. Номер юный. Ой, что я перед ногами, что ли? Вот так будет правильнее, да. Так, здесь у нас 02-85-756-11. Тут вроде бы по 18 пакетов. О, 18 пакетов. Ну, первый раз открываю, по 5 карт вроде пишут. Ну, всем удачи. Так, вот они, упаковочки, пакетики. Так, блок пустой. Ну, всем удачи. Давайте по очереди начнем. Первый пакет. Ну, карт много здесь. Так, Айлендерс Джо Таварес. Стоун. Это у нас Оттава. Конрад Броуэн. Торонто подсерия какая-то. Я уж всех не знаю вариантов. Я сейчас скажу, тут плохо видно. Какая-то металл. Ну, короче, подсерия. Торонто. Прокладка или вставочка. Далее Кросби, Питтсбург и Карлсон, опять же, Оттава. О, что-то есть уже красивое. Опять же, вставочка. Дрэв Доути, Лос-Анджелес. Пике Сабан, Нэшвилл. Драйстал, наверное, так. Айлендерс. Пациоретти, Монреаль. И первый автограф у нас для Калгари. Очень как-то все. Мэтью. То здесь, наверное, поудобнее будет. Мэтью Ткачук, наверное, так вот. Вот такая карта. Новичок. А, это не автограф, я извиняюсь. Это какая-то подсерия. Blue Ice, наверное, так вот. Очень, очень уж это отсвечивает. Это новичок, я думал, это автограф. Так, далее третий пакет у нас пошел. Так, здесь у нас Гудро, Калгари, Эриксон, Ванкувер. Опять под серии Патрик Руа, Монреаль. Вроде не номерной никакой, но симпатичный. Вставочка. Далее Джонас, Сан-Хосе и Макс Дами. Феникс. С этой стороны пойдем. Так. Опять вставка здесь есть. Сразу убираем. Так, Кроуфорд, Чикаго, Эндрю Лэд, Айлендерс.
подождите, Делон Ларкин под серия Детройт. Далее Нюквист, Детройт. И Кучеров, Тампа. Вставка. Так, у нас тут Кори Шнайдер, Дэвилс, Барков, Флорида, Стэмкос, Тампа, Василевский, Тампа, и под серией Конор Макдэвид, уж не знаю, как она уж там, это Ред Глоу, вот такая вот. Для Эдмонтона. Тоже номера нет, но карта симпатичная, видать, стоящая. Так, вставочка у нас. Маккинон, Колорадо, Шарп, Даллас, Закарелла, Рейнджерс, Бэкстрим, Вашингтон. И опять же, вот у нас вроде номера не видно. Джо Таварес для Нью-Йорк Айлендерс. Такая карта. Вроде бы, не знаю, подсерийная тоже металл вот этот. А, номерная карта 36 из 50. Поздравляю, Айлендерс. Так, прокладка опять. Или вставка, как его правильно назвать. Так, Клод Жиру, Филадельфия, Скиннер, Каролина, Мариан Хосса, Чикаго, Оши, это у нас Вашингтон, и для Лос-Анджелеса Ред Клоу, не знаю, это номерная, нет, обыкновенная тоже, Ред Клоу, Энзо Копитер. Они все толстые. О, тут что-то там вот. Вставочка опять. И карта у нас. Здесь Кутюр, Сан-Хосе, Кеслер, Питтсбург, Шаттенкирк, Сент-Луис. Да. Джонатан Туис, Чикаго, и Фле Ультра, Скоринг Кингс, вот так, Марк Месье для Рейнджерс. Поздравляю, Рейнджерс, сейчас посмотрим, номерная, нет она. Да нет, вроде номера нет нигде. Но все равно, поздравляю, Рейнджерс. Так, здесь у нас Джембин, Даллас, Кори Перри, Анахайм, Патрик Хорквист, Питтсбург, Яромир Ягр, это у нас Флорида. И автограф у нас для Далласа, Ход, знаете, как отсвечивает, Ход Проспектс, наверное, так вот, да, автограф, это значит, но номер у нас... 0,99 или
Да, 0,99 из 499. Джейсон Биккинсон. Как-то так. И вставочка. Так, здесь у нас Халк, Айлендерс, Квик, Лос-Анджелес, Эхлер, Баффало, Хоффман, Оттава. И под серии новичок у нас идет для Чикаго Ник, вот уголочек немножко за окном тут. Чтобы не было так. Ник. Шварц, наверное, так. Даже номерной он идет. Это посмотрите, еще до этого был этот. 131 из 199. Сейчас сразу посмотрим. Вот Качук. Да, тоже он номерной. 0,51 из 199. Так, следующий пакет у нас. Овечкин, Вашингтон, Павелски, Сан-Хосе, Холтби, Вашингтон, Монахан, Калгари. И еще очередной новичок, но уже немножко другого образца. Может, золотой какой. А, нет, обыкновенный. То есть номера нету. Это обыкновенный. Это у нас Ахо для Каролины. И вставочка. Конор Макдэвид у нас. Эдмонтон. Энзо Копитер, Лос-Анджелес. Артем Панарин, Чикаго. И Патрик Кейн, Чикаго. И очередной новичок для Эдмонтона. Фамилия, которую я вряд ли выговорю. Тоже не номерной, а обыкновенный. Да. Попробую читать, может, ты прочтешь. Так, здесь у нас Фабри, Сент-Луис, Пекарина, Нэшвилл. Это Сент-Джонас, Коламбус, Геллахер, Сент-Луис, ой, Монреаль, прошу прощения. И под серией Марнер для Торонто. Ну, вроде номера нету. Но все равно приятно. Симпатичный. Так, Назем Кадри, Торонто. Брэндон Саад, Коламбус. Джордана, Калгари. И Бобби Ор. Вот эта красивая карта такая. На фоне каких-то вещей для Бостона. Поздравляю, Бостон, очень симпатичной картой.
Она, по-моему, не номерная, но симпатичная. Вот такая вот карта. Виннипег, Сент-Луис, Тарасенко, Дюшен, Колорадо, Вейлер. Это у нас Виннипег. Да. Подсерия для Детройта, Патрик Кейн. Тоже вот углы как-то неаккуратно выглядят. Как чуть не срезано, что ли. Более-менее. Так, для Чикаго. И вставочка. Так, три пакета у нас осталось. Так, Эберле, Эдмонтон, Кузнецов, Вашингтон, Марчант, Бостон, Нелсон, Дэвилс. Подсерия у нас Фле Ультра, Скорин, Кингс, Джо Павелский, Сан-Хосе. Не номерная. Да, вроде бы так-то это не видно. Летанг, Питтсбург, Бержерон, Бостон, Тейлор Холл, Дэвилс, Сегвин, Даллас и Эберли у нас Ред Глоу. Такого цвета вот красненького. Для Эдмонтона. И вставка. Ну и последний пакет. Гергенсон, Баффало, Экблант, Флорида, Игинла, Колорадо, Экман Ларсон, это у нас Феникс, и подсерия Шен Вебер для Монреаля. Карта не номерная, но вот такого вот. Все, второй блок вскрыт. До следующего видео.